о том, что руководство Украины полностью подконтрольно Вашингтону, и любые реформы или политические изменения в стране возможны лишь по указке западных кураторов, заявил сегодня журналистам в Москве бывший украинский премьер Николай Азаров. Он возглавляет организацию под названием «Комитет спасения Украины». Комментируя последние события в Киеве, где снова вспыхнули антипрезидентские митинги, Азаров высказал мнение, что украинцам не удастся сменить власть, пока это невыгодно штатам. Именно американцы, как он считает, создали на Украине атмосферу злости и ненависти к России, разваливая одновременно экономику страны. Очень плотно американцы взяли ситуацию под свой контроль. Никто там ни влево, ни вправо, значит, шага ступить не может. Вот ваш военно-промышленный комплекс отстает, вам надо переходить на стандарты НАТО, вам надо, так сказать, кооперироваться. Вот. Сейчас цель почти достигнута. Военно-промышленный комплекс Украины разрушен. Индустриальная мощь страны, она же была значительная. Остановились практически все крупные предприятия.